Мой дорогой наставник Аристотель, твой многолетний ученик Александр приветствует тебя. Признаюсь, величие твоего чудесного дара взволновало мою душу. Сам Марс бы трепетал, увидев такое оружие. Но твое учение облагородило мое сердце и душу. Эти смертельные кристаллы должны символизировать силу более великую, чем разрушение — любовь. Мощь этого дара настолько удивительна, что я желаю разделить его со своей супругой Роксаной. Мой повелитель, это великая честь для меня. Это ожерелье будет символизировать нашу великую любовь. Я пронесу его через всю свою жизнь. Специальный агент Кейт Маккормик, наконец-то. Бьюсь об заклад, соглашаясь на сотрудничество с агентством. Вы не могли даже представить, что окажетесь в самом сердце Альп. Взрыв был страшной силой. И я рада вас снова видеть, агент Дэвис. Так с чего лучше начать? Кристаллы. Взрывная волна раскидала их вокруг кратера и базы. Неясно, находились ли кристаллы под землей или сформировались в результате высвободившейся энергии. Соберите их все, пока я разбираюсь с воротами этого бункера. Thank you.
Агент Дэвис, вот кристаллы, которые я нашла. Они немного необычные. Может показаться, в них есть что-то неземное. В лаборатории разберутся, верно? Эти геологические чудеса манят исследователей, как мед пчел. Кстати, им потребуются фотографии местности. Фотоаппарат находится в ящике около вертолета. Вот код. Thank you.
фотографии готовы. Агент Дэвис, я обратила внимание... Хорошо. Кейт, двигаемся дальше? Я расшифровала входной код. Сейчас остается просто открыть ворота. Заело. Что если... Подождите. Почему бы вам не попытаться, агент Маккормик? Хорошо. В смысле, почему бы и нет? Вряд ли это будет сложнее проникновения в штаб-квартиру синдиката. Бьюсь об заклад, тем бульдозером можно выломать одну из створок.